Вот уже третий год на ежегодный фестиваль народного творчества в Афряновский дом культуры приезжают вокально-танцевальные коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства из многих муниципалитетов Московской области. В красивом и душевном празднике в основном участвуют люди старшего поколения. Название фестиваля очень лиричное – «Сердцем молодые». Вообще считаю, что вот название нашего окружного фестиваля «Сердцем молодые» – это не про них, это про нас, чтобы достучаться до нас, до молодежи, до наших молодых сердец, открыть новые горизонты и увидеть жизнь по-новому. Фестиваль-конкурс появился благодаря действующему в регионе проекту губернатора «Активное долголетие». Самому старшему участнику фестиваля 90 лет. Когда я пою, я дыхаю душой. А сейчас я уже послышал одну хорошую фразу. «Песни смывают возраст с лица». Ну и сейчас я и пою до сих пор. География фестиваля расширяется. В этом году помимо коллективов из Щелково в Афряново приехали гости из 9 округов – Богородского, Лосино-Петровского, Пушкинского, Ступинского, Сергиево-Посадского, из Фрязино, Павловского Посада, а также из города Кольчугино Владимирской области. Танцевальный коллектив «Гуслица» из небольшого города Куровское Орехово-Зуевского городского округа. У нас коллектив танцевальный существует уже более 8 лет. Вот, танцуем мы русские народные танцы из репертуара хора Пятницкого и современные танцы танцуем тоже. Так что у нас очень разнообразный репертуар наших танцев. Принимаем участие во многих конкурсах. Мы лауреаты первой, второй, третьей степени. На фестивале многие коллективы исполняют русские народные песни. Песня, что с собой вообще, что это такое для вас в жизни, вот лично для вас? Лично для меня, вот за меня коллектив отвечает. Я уже больше 30 лет с этим занимаюсь, вот, и руковожу, и пою в хорах разных, и вот создал свой коллектив. Вот, все, вся жизнь в песне, да. Рядом с актовым залом развернулась выставка изделий народного творчества. Надежда Дементьева из Фрянова свое увлечение передает внучкам. Игрушки там мягкие, вот шью. У меня есть большая кукла, княжна Мэри. Когда было Лермонтову 250, вот, и мы тоже, был у нас конкурс, и мы шили большую с ней куклу княжна Мэри. Шили ей костюм такой красивый. Ну, в общем, это очень долго я могу рассказать. Это очень захватывающе. Наши руки не для скуки, с песней по жизни, движение жизнь, игра и душа – так называются номинации, в которых выступали участники фестиваля. В этом году в Афряново приехали более 250 человек. И зрители, и сами конкурсанты получили заряд энергии, бодрости, доказали, что все они действительно сердцем молодые. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.